Стамбул, 2010 год. Отныне Айшан будет со мной. Она несчастлива с Джингизом, и он мешает мне. Отель принесет большие деньги. У Джингиза ни копейки. Он бессилен и не нужен нам. Мы избавимся от него. Но мне нужна твоя помощь. Подонок! Ты разве не умер? А тебя я выгнал из машины. Я играл с тобой, не ты со мной. Я же играл с тобой. Это что, игра? Все было подстроено. Все было подстроено. Чего ты хочешь от меня? Знаю, многое происходит. Тебе тяжело думать обо всем сразу, я понимаю. Поэтому я хочу облегчить твою задачу. Мы с твоей помощью избавимся от Джингиза. Не делай вид, что тебе его жаль. Он и тебе мешает. Мешать одно, а рыть могилу другое. Думаешь, я сделаю это? Что я скажу, Бахар? Ты не подумал, Бахар? Подумал. Ты тоже подумай. Если ее сердце будет разбито, она захочет, чтобы кто-то оказался рядом. И оказаться рядом можешь ты. Да кто ты такой? Что ты за человек, если можешь сделать такое? Человек, который знает, о чем ты мечтаешь больше всего на свете. Приехали. Почему стоишь? Почему не выходишь? Здравствуйте. Подскажите, Айшан Атай остановилась у вас? Нет, не может быть. Да, господин. Позвонить ей? Нет, я хочу сделать ей сюрприз. В каком она номере, я не могу вам сказать. Дай ключи. Четыреста пятидесятый. Спасибо. Эзель, экстренная ситуация. Сюрприз! Извини, партнер, мы немного напугали тебя. Но когда я говорил с Айшан в парке, ты был такой грустный, что мы решили сделать тебе приятный сюрприз. Ну-ка, Али, скажи что-нибудь. Да, Эзель позвонил, сказал, что у вас годовщина свадьбы, и надо вас поздравить. Это что, игра? Я хотел позвонить тебе и сказать, что мы встретимся в отеле, но... Ты опередил нас и приехал. Ты же не злишься на нас? Айшан? Ты совсем не знаешь меня, Джингиз. Неужели ты думаешь, что я все брошу и уйду от тебя? Вот так. Не знаю. Может, и уйдешь. Не знаю. Я решила устроить тебе сюрприз. Ты заслужил. Поздравляю с годовщиной свадьбы, дорогой.
Но я ничего и не купил тебе. Ты весь дрожишь, Джингис. Перестань, тут нечего бояться. Смотри, наши друзья здесь. Да, серьезно. Правда, вы у меня единственные такие. Как же мне повезло, что у меня есть такие друзья, как вы. Подожди, подожди, мы сейчас упадем. Джингис. Я провожу вас. Трудно сводить счеты, а свести счеты с прошлым почти невозможно. Но если ты решил взобраться на вершину горы,